нашей России, наш президент вас чтил правую честь. Сегодня мы Нестеру Медведски предоставляем важнейший пакет документов Днем защитника Отечества о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. Предоставляем во все высшие государственные инстанции, в Госдуму, Совет Федерации, администрацию президента, Центральную избирательную комиссию, партию «Единая Россия», «Народный фронт», «Наша Россия», «Наш президент», «Вас нам сила, право и честь». И все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, слава и честь России, Олимпиады в Китае, самому главному человеку, политику, спортсмену, олимпийцу, защитнику, миротворцам Владимиру Владимировичу Путину, предстоящей триумфальной победе на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина и на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, Санкт-Петербурга Егора Сергеевича, уважаемый господин председатель Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко, с Днем защитника Отечества 23 февраля, документы о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь.